Первое областное радио. Итак, друзья, с 15 по 21 февраля, внимание, в Новосибирске пройдет уже третий фестиваль Ассоциации студенческих клубов классической музыки, музыка «Интеграл». Там будут студенты, да, наши принимать участие. Вроде как не только новосибирских вузов, но и других городов России. Давайте узнавать подробности, события интереснейшие. И оно сегодня даже прозвучит не только голосом, но и нотами. В эфире Радио 54. С нами сегодня в гостях Антон Ниязов, региональный куратор фестиваля. Антон, привет. Привет. Рад видеть. Ольга Новолоцкая. Здравствуйте. Красивая девушка, душа фестиваля и скрипка. Мы так договорились. Девушка со скрипкой. Да, и Владислава Маркова, тоже скрипка. Владислава чуть посерьезнее, чем Оля, но я вот чувствую там энергетика бешеная, совсем скоро мы ее услышим. Давайте с историей фестиваля. Третий раз, ничего себе, а когда было в первый? Вообще, на самом деле, в Новосибирске, да, в третий раз, но вообще всего в России это, конечно же, не третий раз. Это всероссийский фестиваль, который проходит в разных городах. От Москвы до Петербурга, Перми, Казани. До самых до окраин. Конечно, и в Новосибирске он только третий раз проходит. Вообще, финалочка всегда, конечно же, в Москве. Ну, это понятно, да. Вот. У нас уже третий раз, и вот сегодня, в этот замечательный период, когда мы наконец-таки начинаем потихоньку, как нам кажется, выходить из пандемии, мы придумали четыре... Ой, да слава богу, наконец-то, правда действительно, же? Да, ну, мы придумали четыре замечательных концерта, которые сыграем на разных площадках в городе. Кстати, всю информацию можно, безусловно, посмотреть в группе фестиваля, она так называется «Музыка Интеграл» по-английски в Новосибирске. Но суть вообще, вот концепция, название в том, что вы объединяете несовместимое? Или как? Или просто разнокалиберное как? С точки зрения объединить несовместимое, возможно. Мы в одном оркестре, у нас играют и музыканты-профессионалы, и музыканты-любители. Вот, собственно, суть фестиваля в продолжении, в развитии навыков игры на инструментах. Еще непонятно, кому это более полезно, да? По сути, кстати, да. Ну вот четыре концерта, они будут, каждый из которых о чем? Вот чему посвящены? Они посвящены разным стилевым направлениям. Первый, например, барочный, второй камерный, третий современный музыка. И четвертый, оркестровый, такой симфонический. Будем играть с Новосибирским филармоническим оркестром, с Новосибирской филармонией в Доме ученых в Соран, в Академгородке. Ну, начнем 15-го. С какой площадки? Мы начнем с тайной площадки. О, понятно. Да. Уже хорошо, интрига. Интрига, да. Уже небольшая интрига. Будем играть тоже с филармоническим коллективом Insula Magica, который замечательно согласился с нами сделать такой подарок. Но там регистрация. Ну, регистрация бесплатная, практически как и на все концерты фестиваля. Вообще бесплатно можно попасть? Вот даже вот ни копеечки? Да, да, да. Вот это дело в том, что это проект социальный. Мы очень хотим, чтобы жители нашего города, по большей части это студенты, но могут и просто работающие люди. И могут жители области, да, прикоснуться области, к прекрасному. Да. Друзья, я предлагаю городов, не откладывать долгий ящик. Давай, и вот не ждать эту площадку. Попробовать прочувствовать атмосферу приближающегося фестиваля. С чего начнем? Что это сейчас будет за история? Начнем, конечно же, с Вивальди, поскольку тут скрипачи. Да, скрипачи. Планируется это произведение, но мы целиком, естественно, не будем играть, не будем раскрывать тайну. Сыграем отрывок того, тех сочинений, которые будут звучать на фестивале. Здорово, отлично. Друзья, делайте приемнички погромче. Да, сейчас как раз то произведение, которое будет звучать на концерте музыки барокко. Это 15 февраля. 15 февраля. Чувствуешь? Так, подождите, уже как, все, что ли? Называется... Я только настроился получать удовольствие. Приходите, а вы вот сами, когда исполняете, да, вот такие истории, что чувствуете с точки зрения влияния классической музыки на настроение? Ведь медики утверждают, что даже возможно там что-то подлатать и подлечить в организме, прикасаясь вот к такому прекрасному классическому. Я сразу, девушки, вас предупрежу, потому что сейчас будет рассказ про то, как морщинки на печени разглаживаются. Нет, ну это же действительно работает. Вы по себе вот чувствуете, вот, Оля, Владислава, как классическая музыка
влияет на настроение, на здоровье, на иммунитет? Конечно, чувствуем. И для нас, для это многих работает. Любителей, это настоящая отдушина. Это на самом деле не работа. Работа, она есть. Mm-hmm. Например, я преподаю английский язык. Так, и в качестве хобби мы как раз встречаемся с ребятами и играем эту прекрасную музыку, которая позволяет нам просто перенестись в какой-то другой мир, расслабиться, получить совершенно невероятное удовольствие. То есть основная деятельность у вас иностранный язык, это уже хобби. Владислава, а вы чем параллельно занимаетесь? Я занимаюсь наоборот, не параллельно. Я работаю в оперном театре, в оркестре. И для меня как раз отдушной игра является то, что есть возможность поиграть ту музыку, которая не входит в репертуар. То есть у нас же все равно академический театр, и там довольно ограниченный, скажем так, перечень произведений. А здесь можно играть, в принципе, все, что угодно. Вот вообще все, что захочется. Что будет сейчас? Давайте еще подарим что-нибудь слушателям Радио 54. Да, был реминорный концерт Вивальди для двух скрипок. Конечно, не полностью. Ну, это полностью понятно, будет потом. Будет, с А сейчас будет один из дуэтов композитора Белла Барток. Ты чувствовал? Чувствовал? Вот пока же я сейчас за маникюр души. Переживал, ты понимаешь? Ну ладно, по поводу маникюра, кстати, это интересно. А вот есть у тех, кто играет на скрипке, некие нюансы, связанные с пальцами, там, маникюром, я не знаю. Ну понятно, что вот эти 10 сантиметров не сделаешь на пальцах, да? Никогда, к сожалению, да. А что еще не сделаешь? Там злые соседи, например, которым не нравятся репетиции. Опять репетируют. Да, но если играть хорошо, то соседи, возможно, даже будут стучаться и попросить. А у вас были когда-то контакты с соседями по этой теме? А, да, но у меня было такое, что соседи приходили послушать. Послушать? Здорово! Им понравилось. Здорово. Да. Владислава, а у вас, может Нет, быть... Нет, у меня все было в порядке. В порядке? Нормальные люди окружали ваш квартиру? Ну, вы же понимаете, что я-то как бы училась в консерватории, там есть места для занятий, в колледже и так далее. То есть мы занимаемся в классном, приходим в 6 утра, и никаких проблем с соседями. Дома отдыхаете, дома отдыхаете. Подождите, в смысле в 6 утра? Ну, потому что в 9 начинаются лекции, вот есть 3 часа до лекции, ну и вечером какое-то время. Вот это нагрузочки. Нет, лучше на футбол отдам. На самом деле в любой профессии существуют какие-то ограничения и так далее. Поэтому я не думаю, что в музыке самые какие-то жесткие. Хотя они, да, они жесткие. А что самое жесткое? Ну, надо беречь руки в любом случае. То есть волейбол можно, баскетбол уже нельзя, например. А посуду мыть? Простое. Посуду мыть можно, в принципе. Покупаешь посуду, машину и моешь посуду. Не, ну нет такого, что, дорогой, сегодня выбираешь квартиру ты, потому что у меня вот скрипка. Я знаю, что есть такие музыканты. Почему-то, как правило, пианисты, которые, да, но это перед концертами, как правило. Это просто волнение. Может быть, да, чисто психологически сложно, то есть боязнь поранить, потому что это же свой рабочий инструмент. Вот. И он может и не восстановиться. Да. То есть травмы — это более страшно даже, чем в спорте, я бы сказала, потому что более тонкие мышцы — это... А есть какие-то рабочие приметы у скрипачей? Вот как бывает, знаете, у актеров упал листик со сценарием, что-то там поднимать нельзя или что-то... Нет, там что-то про струны было. Есть абсолютно точно такое же, что если упали ноты, надо на них сесть. Надо сесть, вот так. Ничего. А если они упали где-то на улице, на асфальт? Ну, надо сесть на асфальт, ничего страшного. Не все верят в эти приметы, не все им следуют. Как правило, эти приметы, они все-таки имеют какое-то логическое объяснение, и они как бы целесообразны. Вот, то есть, допустим, не играть в баскетбол, это перед концертом, это, ну, понятно. Особенно, если ты не умеешь играть в баскетбол, да? Да, и даже если умеешь, на самом деле тоже. Вот. А что еще, вот, кроме нот, вот, связанное с инструментом, например, какие-то приметы, особенности? Не давать инструмент. В чужие руки, допустим, да? В чужие руки, да. Интересно. Даже профессионалам, и это, наверное, тоже имеет свои, как бы, свою речь логику. О настройке, да, идет? Не в настройке, а именно, что каждый исполнитель, он немножечко, у него есть свои черты, и инструмент может немножечко привыкнуть. Расстроиться. Объясню по-простому.
по-простому. Когда садишься на чужой велик, и педали работают не так, как ты привык. Вот, наверное, тут элементарно, машину чужую берешь, ты перестраиваешь сидушку под себя, что-то там, если есть какие-то другие настройки. Здесь как бы то же самое. Ничего ну что, продолжим с музыкой? Да, давайте, давайте, у нас еще есть время. Что сейчас будет? А сейчас будет второй дуэт Белла Бартока. Тоже такой немножко фолковый, с накалом страстей. Ой, фолковый, прекрасно, давайте. Да, это как раз произведение из камерного концерта. То есть первое произведение Вивальди было из концерта музыки барокко, а сейчас вот это уже второе произведение будет, третье мы исполняем и из камерной программы. Сейчас было путешествие. Ты почувствовал? Вот мы не в Новосибирске сейчас были, точно. Где-то вот куда-то в сторону... Туда. Вот чем прекрасна и могущественна, да, музыка, это ее особенность, она способна перенести тебя вот от седьмого неба отчасти, да, до вот других стран. Взял, перенесся моментально. И вот никаких тебе таможен, никаких тебе пограничников, очередей, масочного режима и прочего. Девушки, а похвастайтесь своими инструментами, расскажите вот о скрипках. У меня скрипка мастеровая, мне она очень нравится. Стоп. А что такое что мастеровая? Такое мастеровая? Это... Вы не забывайте, что вы разговариваете не с музыкантами. Да-да-да, ее создал мастер местный новосибирский Валерий Болдин. Да вы что, у нас в Новосибирске есть люди, которые инструменты? Да, инструменты, да. Ничего себе. А как долго, сколько по времени нужно, вот уходит на создание скрипки? Не представляю, честно говоря. Это как вот, наверное, Владислава. Так нельзя сказать, потому что, если иметь в виду, ну, просто сам процесс выстругивания, ну, это же не так, потому что дерево, оно проходит первичную обработку, оно высушивается. Как бы это считается? Вот, если да, то тут вообще очень сложно сказать. Ну, да. Вот, если мастер делает несколько однотипных скрипок, это намного быстрее, допустим. Потому что и у мастеров есть какие-то свои более сложные работы, а есть, ну, более... Да и вообще вдохновение пришло или не пришло? Да, вдохновение точно такое же, как у всех артистов, у музыкантов, да. То есть дерево почувствовать нужно. Это все, ну, так вот не объяснишь двух словах. А как вы выбираете человека, который будет создавать инструмент? Как-то как душой и сердцем? Как правило, выбирают сам инструмент уже, да. Потому что у одного и того же мастера инструменты разные. Один может вообще не подойти, вот ну, совершенно душа к нему не лежит. А второй лег в руки, как будто вот ты с ним родился. Это бывает очень редко, но бывает. Вот. Но это вообще сам инструмент находит. Дорогое нас, удовольствие. Да. Сколько стоит? До вот просто понять. То есть это вот планка, вот вилка как выглядит? От 20 до 30 тысяч до бесконечности, да? Может быть. Ну, конечно, может быть совсем серьезно. Потому что там скрипка Страдивари миллионы долларов. Но самое интересное, хочу отметить, что не всегда зависит дороговизна скрипки от того, насколько она подойдет конкретному музыканту. То есть сумеет ли музыкант извлечь из нее потенциал весь, да? Да, то есть не то, что сумеет или нет, а он просто, может быть, это не его инструмент. Будет не его просто, да. Вот. И он более лучше подойдет другому исполнителю. А за какое время человек понимает, держа в руках инструмент, что это его или не его история? Иногда понятно сразу, иногда нужно... Надо отыграть, нужно, да? поиграть, да? Потому что инструмент может приспособиться и как бы лечь, как влитой, как говорится. Будто бы не про инструменты, а про взаимоотношения с людьми. Знаете, это та же самая дружба и любовь. А так и начинается и с инструментом. Ну, понятно, что и дружба, а часто и любовь не вечна. Скрипка сколько живет? Ой... Может долго жить, если очень бережно. Вот не обращаться. Ну, то есть у нее нет такого, что там смычок стерся, струны разлетелись, пух и прах. Нет, струны-то это заменяемые абсолютно. Скрипка, конечно, живет намного дольше, там несколько веков. Да, при бережном, опять же, хранении, обращении. Вот, потому что смычки – это более расходный, скажем так, материал. То есть смычки особо никто не хранит. И поэтому очень мало старинных смычков осталось. А, при том, что довольно много, относительно много
старинных скрипок. То есть есть даже скрипки такого вида, mm-hmm. которые вообще не похожи, mm-hmm. ну, очень сильно отличаются от mm-hmm. вот современных. Ну вот бережное хранение, это что такое? Это температурный режим, свет, да, что должно быть? Влажность еще. Что важно соблюдать и где, как выглядит правильное место для хранения скрипки? Где это? На антресолях. Да нет, мне кажется, наоборот, нужно играть почаще, чтобы инструмент не скучал, не расстраивался, ну, опять же... В общем, что человек, что скрипка. Чаще с ним дружить надо. Одно, собственно, и вот абсолютно. Угу. Правда? Вот тебя вот положи на антресоль. Ты тоже, наверное, будешь бурчать. Правда же, Кузнецов? Ты что... знаешь, я тебе другое скажу, что скрипка гораздо лучше контрабаса. Хотя бы тем, что она легче. В том числе, да. Ну что, давайте тогда... Какой ужас, а? Вот, ну вот так же это хорошо общались. Ну, это да, нормально абсолютно. Я хотела, кстати, к нему перейти, к черному юмору этому профессиональному, но, к жалю, уже нет времени. Антон, приглашение от вас, всех слушателей Радио 54 на фестиваль, и на этом, к сожалению, наше эфирное время заканчивается. Да, безусловно, приглашаю всех, как куратор фестиваля, на наши концерты с 15 по 21 февраля. Обязательно приходите на заключительный симфонический концерт, где мы сыграем с замечательным филармоническим коллективом, с Новосибирским филармоническим оркестром, а откроем все это барочным концертом с Инсула Магика. Мероприятие 12+, бесплатная эта история, и можно ВКонтакте, да, наверное, найти группу Ищите, «Музыка Интеграл», да, изучайте все детали, выбирайте площадку и посетите, друзья, обязательно, это отличная история. Антон Ниязов, региональный куратор фестиваля, Ольга Новолоцкая, Владислава Маркова были с нами сегодня. Огромное спасибо за то, что пришли. Очень жаль, спасибо. Как всегда, катастрофически мало времени. Радио 54. Первое областное радио.